Здравствуйте! В одном из предыдущих видео я показывала свой парогенератор. И вам понравилась рубрика с видеообзорами, поэтому продолжаем. Сегодня хочу показать вам свою швейную сумку. Это бокс, в котором я храню все самые необходимые инструменты. Вообще, это кейс для визажистов. Я покупала его на AliExpress. Он стоит недорого, около 1000 рублей. Можно найти и дешевле, и дороже, в зависимости от его строения и материалов. На верхних полках я храню лапки. Здесь у меня мелки и терморучки, шпульки для ниток. А с этой стороны магнитная игольница с булавками. Я очень люблю тонкие булавки с стеклянной головкой от Prim. Мерная лента и снипперы, кусачки. На этой полке у меня иглы для машин и иглы для ручных работ. Я храню их тоже здесь. Кстати, больше всего я люблю иглы от бренда Schmetz. Они отлично подходят для моей машинки. Например, иглы для трикотажа, для стретч-материалов от других брендов на моей машинке не работают, а Schmetz никогда не подводил. Здесь у меня мешочек с подсвечниками. Подсвечники я использую в качестве грузиков, когда краю материал. Просто располагаю их поверх выкройки на ткани и краю. Очень удобно. В общем, в этом кейсе все, что я использую в процессе пошива, раскроя, утюжки, все самое необходимое, остальное у меня хранится в других местах. Так вот, дальше моя любимая портновская колодка-утюжок деревянная. Здесь у меня запас мелков. Я люблю классический портновский тонкий белый мел. Он прекрасно оставляет тонкие следы практически на любых тканях. Еще здесь коробочка с зажимами. Некоторые ткани нельзя прокалывать булавками, и поэтому я использую такие зажимы для ткани. Например, кожу или виниловые материалы. Еще здесь у меня простая хлопковая ткань. Это проутюжильник батист. Еще одна коробочка с булавками. Это классические булавки английские с закругленным концом. И ножницы. Мои любимые ножницы для раскроя, ножницы для всяких канцелярских работ, для разрезания лекал, бумаги, дублерина, все за исключением тканей, материалов, для того, чтобы не портить портновские ножницы. И еще одни мои любимые ножницы – это зигзагообразные ножницы. Я ими подрезаю срезы некоторых тканей, для того, чтобы они не осыпались. Запасная мерная лента и магнитная игольница, которую я надеваю на манекен One Forms, когда работаю с манекеном. И это все, что в моей портновской швейной сумке. Если вам понравилось это видео, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях, ставьте лайк, и до встречи в следующих видео.